Ее можно за грудь потрогать. Боже, что это за игра? Привет. Я дышал воздухом свежим. Смотрите на нее. Дайте нам тебе Оскар, а? Маньячка, просто натуральная, блин. Совершенно безбашенная маньячка. Всем БГГшечки, друзья и гости, конечно же, моего канала Нептун здесь. Давайте же дальше играть в Сайкутян, то есть Сайку Носу Тока. Продолжаем наши кровавые догоняшки. В прошлой серии мы проходили режим Яндера, то есть начали осваивать этот режим. Я его, конечно же, полностью проходил когда-то давно, но все-таки это уже новая версия игры. Здесь механика немножко изменилась, поведение Сайкутян тоже изменилось. Добавились новые фишки, типа игра в камень-ножницы-бумагу, какие-то там еще фишки, поведение нашей любимой подружки тоже поменялось. В общем, друзья, по сути, это обновление реально много нового вносит, и прохождение будет немножко другим. Сегодня будем открывать хорошую концовку. В режиме Яндера нам нужно сбежать из этой мерзкой и страшной школы живым. Желательно, по возможности. Ну и хотя бы по частям. Например, взять там свои отрубленные ноги, руки за плечо и попрыгать, не знаю, там, или поползти, но живым. Потом приштопают, ничего страшного. Так, играть. Давайте режим Яндера. Потопали. Если вдруг я умру, то не переживайте, через монтаж я все равно должен сегодня режим пройти. Моя главная задача — открыть концовочку и посмотреть ее, а также показать вам. Я все слышала. Ладно, пока что, как вы знаете, мы пытаемся ей подыграть. Так будет проще в нашем дальнейшем прохождении. Главная задача, чтобы она помогла мне электрощиток запустить и даст мне ключ. Мы пока ее не провоцируем. Мы всего лишь будем ходить рядом и слушать ее волшебный звук шлепания ножек. Давайте пойду я пыль посмотрю. Подожди, я хочу пыль посмотреть. О, какая классная пыль. Эй, стой на месте, я хочу пыль, говорю, посмотреть. Может быть, он? Может быть. Позволь помочь. Что ты делаешь? Что я делаю? А что я делаю? Пыль разглядываю, да? Что ты делаешь? Пыль разглядываю. Пыль, красивая пыль. Блин, это была рука, типа ее можно потрогать за грудь? Использовать? Ее можно за грудь потрогать. Боже, что это за игра? Там видео было использовать, типа, за сиську схватить. Боже мой, тут нужно просто плюс 16 ставить. Что она там потеряла? Я закроюсь. Тут нет. Ну, действительно. Эй. Привет. Я дышал воздухом свежим. Пойдем, пойдем. Давай, шлеп, 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 шлеп. Ножками шлеп, шлеп, шлеп. Сейчас как-то забавно так получилось. А чего он постоянно говорит, что я делаю? Это странно. Вообще, кто-нибудь знает, пишите в комменты, это у него парик такой. Ну просто она же потом поменяет себе волосы, когда будет меня убивать, и когда будут ролики. Что-то у нее явно с волосами не так. По-моему, это парик. Да и цвет другой. Хотя из-за синевы там непонятно, какой у нее настоящий цвет, но вроде как фиолетовый. Синий, коричневый. Бак! Ты чё меня так пугаешь, боже? Вам нужно возобновить питание в электрощитовой. Может быть? Блин, я не вовремя отвернулся, надо было стоять в этот момент, чтобы более удачно рассмотреть пыль на полу. Красивую такую пыль. Ладно, погнали. Я словно тень, детка. Бу-га-га! Ты не заметила, что я здесь? Та-дам! Сюрприз! Ладно, понял. Так, зеленая, зеленая, еще одна зеленая, еще одна зеленая, синяя, синяя. Все, довольна? 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 Так у нее, подожди, у нее, скорее всего, ключ был от этого кабинета, да? От электрощитовой.
Ну, просто я подумал, что у нее от офиса ключ, может быть, как-то можно было бы его забрать и открыть офис, взять дневник. Но, по-моему, в этом режиме, как мы уже поняли, в прошлой серии дневника здесь нет. Да что я делаю? Стою на месте. Стою на месте. О, нашел! Смотрите на нее. Дайте нам тебе Оскар, а? Да ладно. Да ладно. В медкабинете есть аптечка. Она может помочь. Почему нельзя себя запереть там? Возвращайся как можно скорее. Так, нам нужно теперь найти пароль. Так, первым делом нам нужно найти ключ. Тут некоторые двери будут открытыми, и почти во всех кабинетах уже есть пароли. Но это все ложные пароли, нам нужно найти настоящий пароль. Подожди, как я попаду в офис, если ключа от офиса нет? Это максимально странно. Окей. Значит, ключ от офиса нам еще предстоит найти. По идее. Ну, пока что... Пока что мы в медпункт не пойдем. Мы всего лишь порыщем здесь. Порыщем. Если я в медпункт зайду, я оттуда уже больше не выйду. По-моему. Нам нужны эти ключи. На самом деле, первый ключ, насколько я знаю, лежит в этом, снизу. На первом этаже. Но, если честно, не помню, как здесь находить ключ от офиса, потому что раньше она мне его давала. Так, подождите. Вон стоит, смотрите. Смотрит на нас. Вот здесь. Да, кстати, здесь должно быть открыто. Окей. Все, везде позапирало, блин. Че, пойдем в медпункт? Нам... Вам трудно дышать. Окей. По-моему, насколько я знаю, заходить нам нельзя. Если мы зайдем, то все будет полнейшее жо. Все, началось. Я не помню, если честно. Черт. Здрасте. Ты в порядке? Нет, мне плохо. Позволь помочь. Пойдем, говорит, в медкабинет. Вот хитрожопая, а? Но если ее, допустим, толкнуть, слегка брутануть... Блин, я просто не помню, я... система прохождения, видимо... Может быть, он пошел на кухню? Давай проверим. На кухне меня сейчас зарежет, я знаю, я в курсе. Просто система немножко отличается, она другие ключи дает. Раньше она когда давала ключ от офиса, я уже мог спокойно находить предметы. Так, тихо, тихо, нам нужно взять ключ. Вон, говорит, там. А у нее нож. Все, началось. Он думал забрать у меня моего сэмпая. Подожди, ключик, ключик я еще не взял. Маньячка. Ой, она кидает. Да блин. Так, что у меня? С3. Маньячка, просто натуральная, блин. Совершенно безбашенная маньячка. Я сейчас сдохну, походил? Я не помню, если честно. Я так давно приходил. Мне нужно выпить, по-моему, какое-то лекарство. По-моему, эта фигня сама должна пройти. По-моему. Либо в медкабинете должна быть что-то. Какая-нибудь бутылек. По-моему, бутылек в офисе был, да, в медкабинете. Здесь вроде что-то было. Но эта фигня, по-моему, только восстанавливает мне просто хп немножко. О, все, я себя излечил. Чит в теории, да? Во! Теперь мне нужно в С3. Там будет первый пароль. Я вообще все забыл. Черт возьми.
Да блин! Семерка. Я не помню, если честно, хоть убить, я вообще не помню, как избегать этих банок. Она их где-то наверху прячет, и я в любом случае заражаюсь. Но от первой я еще как-то смог спастись. Но я там должен был ключ, по идее, найти. Короче, нужно, скорее всего, переиграть. Я не помню, от баночек как мне спастись. На картах открывать? Или от банок вообще не спастись? Как я понял, друзья, нам... нужно у нее ключик этот забрать. Но забрать желательно не толкая, а на ходу. Опа! Все, она выронила ключик. Теперь она крайне недовольна, но у меня есть ключик от электрощитовой. Ой, здрасте. Пошла прочь. Так, теперь. Я не знаю, зачем нам электрощитовая, ведь. Ну, раньше, по-моему, в старой версии электрощитовая нужна была для того, чтобы. Мне на бошку не падали эти непонятные баночки. По-моему, как-то так. Сейчас попробуем это дело заюзать. Так. Заныкаю здесь. Она должна меня, по идее, потерять. В смысле, соскучился? Где ты? Ты меня не должна была видеть. Чисто в теории. Что с тобой не так, чувак? Ты себя своим дыханием выдаешь. Да я в шоке, я в шоке. Она должна была уйти, какого хрена? Чё у меня за кровопролитие? Это же должно пройти. Я же не отравился, по идее, или у неё нож отравлен? Да пошла ты в пень. У неё скорость какая-то дичайшая. Так, вам трудно дышать, спасибо большое. Я без тебя понял. Так, нам нужно ключ забрать здесь. Один, да? И, короче, сейчас мы себя отхилим. Так, прочь, прочь, ведьма. Один, один на втором этаже. Просто я не помню, по какому принципу эти гребаные банки падают. Так, тут банки вроде нет. Тогда в третья восьмерка. Если что. D2. Так, сейчас пока запишу пароль. Окей. Привет, колхозница. Ух ты, она нюхает запах крови на своем мерзком ноже. Она что, дверь закрыла? Обломишься меня забирать. Так, что у меня там за ключ? D2. D, по-моему, первый этаж. Так. Так, это B. По-хорошему, конечно, нужно ее как-то, ну, знаете, помансить, там, туда-сюда, поводить, чтобы она меня потеряла. Сейчас вроде бы она меня потеряла, судя по звуку. Так, вроде убежали. D2, это там. Я не знаю, вроде бы сейчас пока ничего не упало мне на голову, до этого падало. Так, вроде тоже ничего не упало, ладно. Я реально боюсь, что эта хрень на меня упадет, и все, и я потеряю возможность выжить. Ну, типа, если эта фигня упадет, я траванусь навсегда. C3 и шестерка вторая цифра. Сейчас мы запишем шестерка вторая цифра. Теперь идем на C3. C это вроде как... следующий этаж повыше. По-моему, я вроде как на правильном этаже. На правильной стороне. Так, тихо. Что там у нас C3? Это здесь. Это нужно аккуратно. Отходим. Я вывести гребаные баночки. Вижу отсюда ключ. Это у нас B3. И последняя тройка. То есть пароль что-то 683. На всякий случай загляну в остальные... полочки.
Ведь у меня так или иначе все еще пока нет ключика от главного офиса. Где сейф-то, блин? Б3. Это первый этаж. Но с другой стороны. Эх, напрягающе. Звучит очень напрягающе. Здрасте. Она идет там. Черт! Главное не бежать, возможно, меня потеряет. Черт. Ладно, окей, хорошо. Планы поменялись все внезапно. Б3, правильно? Окей, хорошо. Так, Б3. Подожди. Это А. Это тоже первый этаж, ёлы-палы. Ха-ха-ха-ха-ха. Как весело. Так. Да я отошел. Я отошел. Ладно, окей. Первая единичка. То есть пароль у нас, значит, 1683. Теперь у меня нет времени ждать. Офис. Нашел. Так, вон она снизу. 1683, если что. Она все еще на первом этаже. У меня есть ровно немножечко по времени, чтобы успеть все сделать. Это библиотека, это не то. 1683. 1683. Все. Мерзкая. Уйди. Да! Получилось! Фух, это было плотно. Счастливый такой. В смысле? Эй! Это что? В смысле, я сбежал, он сдох? Как? Почему вы сбежали? Хорошая, где эта хорошая? В каком месте она хорошая? Наш герой такой, знаете, руки в карманы, я хозяин положения. Она на него горшок сверху шевранула. Не знаю. Наш герой сдох, это разве хорошая концовка? Вы сбежали. БГГ. Ну я все равно рад. Я получил концовку ту, что я и хотел. Фух, можно выдохнуть и идти дальше. В следующей концовке у нас будет в режиме Янгиры. Но это будет прям жесть. Жесть самая натуральная. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, друзья, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. А также подписывайтесь на мои социальные сети, все ссылочки есть в описании. Всем пока-пока!